Международный день книгодарения любители чтения отмечают 14 февраля. Не первый год библиотеки Сарова проводят акцию «Дарите книги с любовью». Недавно акция завершилась в библиотеке Маяковского. Собранные книги отправились в библиотеки Дивеевского района. Теперь старт доброму делу дала библиотека Пушкина. Если в ваших домашних библиотеках есть новые, но уже прочитанные книги, вы можете даровать им новую жизнь и передать их в библиотечный фонд. Центральной детской городской библиотеки имени Пушкина по адресу Герцена 13А работает пункт книгодарения. Приглашаем всех желающих поучаствовать в общероссийской акции «Дарите книги с любовью», которая приурочена к Международному дню книгодарения. Это ежегодная добрая акция объединяет всех, кто считает книгу отличным подарком и с удовольствием дарит их. Принести в библиотеку можно новые книги или книги в хорошем состоянии, желательно в твердой обложке. В дар ждут детские книги, энциклопедии, художественную литературу разных жанров в возрастном диапазоне 16+. Благодаря помощи людей в прошлом году книжный фонд Пушкинки пополнился почти на 1200 экземпляров новых изданий. Книги заняли достойное место на полках и подарили радость всем любителям чтения. Детская библиотека выражает искреннюю благодарность всем дарителям за интересные и нужные издания, переданные читателям Пушкинки. Книги заняли достойное место на библиотечных полках и подарили радость всем читателям. Если в ваших семьях есть уже прочитанные новые книги, и вы готовы ими поделиться, библиотека с благодарностью примет их в дар. Акция «Дарите книги с любовью» продлится до 18 февраля. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.